152 новых случая коронавируса зарегистрировали в Югре за минувшие сутки. В Сургуте вновь самая высокая заболеваемость. Здесь выявили 41 заболевшего. В Нягане 13, в Нефтьюганске, Советском и Сургутском районах по 12 человек. Еще в 13 городах и районах округа 10 и менее новых случаев. На момент выявления у 123 человек наблюдались признаки ОРВИ. У 25 зафиксирована пневмония. За сутки на COVID-19 обследовали 4676 человек. Коэффициент распространения инфекции 0,88. За сутки умерли 2 человека с подтвержденным коронавирусом. Вылечились 264. Тем временем в Югре продолжается вакцинация против коронавируса. Первым компонентом вакцины привиты 17 814 югорчан. Из них 4 174 человека полностью завершили иммунизацию. Всего в округ поступило свыше 27 000 доз вакцины гамковидвак.